Очень много у нас в Калуге любителей, которые бегают, занимаются спортом. Как бы, надо проверять все-таки себя периодически на соревнованиях, показывать какое-то, сравнивать свою подготовку с другими, ну и оценивать. Похоже. Магазин «Беломан». Здоровья, все, что в семье.
место занимает Тюваев Илья. 49. Поздравляю сейчас. Первое место в категории мужчины занимает придумок Алексей. Сертификат на 1000 рублей от магазина «Велосипед».